Кто еще здесь? Кого еще муж отпустил на второй час эфира? Мои дети счастливы, продолжают играть в PlayStation. Думают такие, ого, мама, вообще сегодня у нас какая крутая. Вот. Начали про вот эту самореализацию, да? Аня, тебя тоже отпустили, или ты в Москве сейчас? Муж отпустил, очень здорово. В общем, мы начали, да, про эту самореализацию говорить. У вас очень хорошо поставленная речь, где-то обучались. Да нет, мне просто уже много лет, поэтому, наверное. Вот. Вы знаете, про эту самореализацию. У меня два ночи, блин. Про самореализацию я же тоже... самоизоляцию. Я же тоже мучилась и не понимала вообще, что, с чего начать, что делать. Достаточно легко, я бы сказала, ну как легко, да, легче тем девчонкам, у кого есть профильное образование, да, такие как психологи, 8 вечера, а у меня 10. Психологи, да, там, ну кто, астрологи, да, все девчонки, кто имеет профильное образование, конечно, тем легче найти вот эту вот самореализацию, да, и если мы берем формат Инстаграма, какого-то онлайна, те же самые курсы, да, какие-то консультации профильные, там, вебинары или что-то, как это называется, сделать. Но когда ты вот такая вот мама, да, еще и после 10-летнего декрета, это, конечно, достаточно тяжело было. Но я не могла... как бы жить спокойно. Вот вы спросили, про счастлива ли я. Что касается там семейной жизни, дети, здоровье, как бы образ жизни, вот что-то такое. Да, но у меня нету полноценного счастья, если мне не хватает вот этой вот моей из колеса, да, жизненного баланса, самореализации. Кому-то она не нужна, кто-то счастлив, как... Мне там часто пишут девчонки, ой, вы такая мама, вам только типа рожать и рожать. Да хрен, нет. Но есть такие мамы, да, которые прекрасно, 5-6 детей там, ну неважно, 4-3 даже там как-то, и все хорошо. И она сидит, как мне мама раньше говорила, ты сидишь, закопалась со своими детьми и сидишь там с утра до вечера с ними. Я говорила, мама, а чё, блин, а как мне быть, если да, вот у меня столько детей, блин, в два раза больше, чем у тебя, и что? Куда мне их деть, да, я с ними сижу, я в них закопалась, но придет мое время, когда я смогу оттуда вылезти, вот, и кому-то, наверное, хорошо, и пусть они как бы сидят и замечательно, но меня прям это колбасило, хотя я не могла понять, почему меня колбасит, я там думала открыть что-то такое, да, реальное, там, не знаю, этот батутный парк сначала я хотела, потом я там хотела какие-то для детей, да, лазилки там, вот эту вот всю фигню, потом мне там предложили сделать этот ресторан, да, с детской комнатой у нас, например, здесь нет на Кипре, вот, потом я там собиралась в офис, да, идти, нет, у мамы нет Инстаграма, она не читает, но это... сестра ей показывает что-то, ну, то есть, так, фотки я отправляю, ну, то есть, тексты, я не думаю, что маме нужно читать мои тексты, особенно какие-то откровенные, она будет только переживать за меня еще больше, вот. И, короче, я сначала хотела вот это вот все, да, потом все равно, если я это что-то не довела и не сделала, значит, это все равно все было не мое. И, короче, когда, наверное, может быть, наверное, сразу после рождения Гордея, я так думаю, последнего, да, малыша, я пошла на... Первый был такой у меня толчок. Это Марго Былинина, ее курс «Я бренд». Вот.
я не понимала, как бы, да, что я хочу. Я вообще мама, ну, у меня дети, у меня больше ничего нет, никакой экспертности. Я вообще, в принципе, пишу только про детей, да, у меня получается, например, писать какие-то где-то юморные, да, какие-то посты там с юмором или что-то такое, но все детское, вот. И у нее на курсе, у нее такой очень хороший курс, она дает хорошую обратную связь, мы начали вот это вот все прорабатывать, да, какие-то темы, за что зацепиться, так сказать. И вот она тогда, еще это было уже, ну, давно, да, года 3 назад, сказала мне: твоя экспертность – это мама, ты должна как бы это признать. Ты мама, женщина, жена. Не нужна тебе тут, не нужно из себя тут строить экспертность, которой нету, да. То есть, да, вот как там психологи или кто-то, потому что я тут попала случайно на какой-то вебинар и вела мама трех детей, типа психолог. И она такую рассказывала хрень, что даже я никакой не психолог, я просто не могла это слушать, мне прям хотелось сказать: Господи, пожалуйста, не надо этого говорить, не надо. Но прям вот какой-то, и, ну, то есть никто из психолога из себя, ну, как бы не строит, да, хотя у меня очень много опыта, у меня очень много этих безумных курсов, у меня очень много опыта с собственными детьми, у меня очень много опыта с мужем, я могу очень много чего рассказать, чего поделиться, и в какой-то степени даже лучше, чем психологи, например, есть такие психологи, блин, у кого, например, нет детей, или у кого нет мужа, или она в разводе, да, или вот какие-то, ну, несчастные там у нее есть ситуации. Я тоже немножечко, ну, настороженно к таким, как бы, профессионалам отношусь. Вот. И даже взять, если мой курс, да, вот этот вот «Доступ к телу», у меня там есть часть, которую рассказывает психолог, да, как наша голова воспринимает весь наш, например, там, вес, да, то есть, скажем, там, к вечеру наелась, ругаю там себя, да, или не могу похудеть, там, все эмоции во мне держу, мне не хватает, например, любви, и это, я заедаю эту нехватку любви, да, или там, я не знаю, меня там бросил парень, да, там, или дети бешеные бесят, там, я вся вот это вот все заедаю, не могу остановиться, или постоянно, например, доедаю за детьми, то есть очень важные темы рассказывает у меня на курсе психолог. Дальше, нутрициолог рассказывает очень важную информацию про анализы, витамины, да, как правильное вот это вот питание здоровое сформировать, построить, что с чем связано и так далее. Детокс-коуч рассказывает про детокс, про голодание. Алина, которая женский тренер, рассказывает про интимную гимнастику, про опущение внутренних органов, что делать с диастазом, показывает все упражнения. Йога-терапевт рассказывает про упражнения, да, чтобы не болела спина и так далее. То есть, кто-то мне там, Настя массажист, показывает тоже, учит техники самомассажа, как делать себе массаж живота, какие крутые масла использовать, эфирные, разные, как добавлять, как смешивать, как делать рецепты из этих масел. Юля, которая йога, да, показывает 3 комплекса в зависимости от уровня, вот вам послабее, средний, сильнее. Мой личный тренер Харрис, мы с ним вместе делаем фитнес-тренировку. То есть курс состоит из вот таких вот огромных частей, огромных, 3 раза в неделю открываются уроки, и в каждой неделе вот этот вот эксперт рассказывает свою часть. То есть всего получается где-то 15 вот этих вот уроков, 3 раза в неделю, да, открываются эти уроки. Я к чему говорю? К тому, что очень многое из того, что говорят и делают эксперты, я это знаю. Мне позволяет это знать мой опыт и куча-куча информации, которую я прошла, прочитала, проработала, все это для себя изучила. Но я никогда в жизни не признаю себя никаким экспертом, да. Я знаю, например, информацию... Ой, как некрасиво. Я знаю, например, информацию очень много о питании.
например, да, или о психологии. Мне даже иногда кажется, я очень активно подключаюсь в интервью вот в этом своем курсе к психологу, к Наташе, и мы с ней очень активно обсуждаем какую-то, да, тему, потому что я хочу сказать свое мнение. Иногда мне кажется, что я в этом больше права, потому что я больше прожила, например, эту ситуацию. Вот, то есть мне есть что сказать, но я никогда как бы не буду себя там каким-то экспертом мнить, да, и поэтому я пригласила крутых очень как бы специалистов, и они дают вот эту свою профессиональную информацию. И я здесь выступаю, мне кажется, это даже более такая моя более крутая роль, как мотиватор, да, как вдохновитель. То есть я знаю, я прошла огромнейший опыт, как приобрести тело мечты. Но я также знаю, получив определенный гастрит, заработав неправильными методами, когда я возвращалась в свое тело мечты, я знаю, что мне мои любимые, скажем, 53 килограмма не нужны, если у меня нездоровое тело и нездоровый организм, или больной там гастрит, или желудок, или еще что-то. Поэтому я как бы, да, решила, что мой курс будет настроен на здоровье женщины в первую очередь. И вот такая уже параллельно идет крутая фишка, когда она будет терять свой вес и возвращаться в свою форму. И поэтому курс построен таким образом, что мы все 5 недель получаем информацию от всех вот этих экспертов, каждый примеряет к себе. У нас есть, например, проверка диастаза. Вы можете сами проверить диастаз. Если у вас его нет, окей, вы не делаете как бы упражнение на закрытие диастаза, пропускаете эту часть. Вы, например, больше смотрите дальше нутрициологию, про питание, или психологию, или йогу, или еще что вам интересно. Если у вас диастаз, вы продолжаете работать там, да, мы показываем упражнение, как закрыть этот диастаз, как его уменьшить, например. И вот так вот все параллельно с этим. 2 недели у вас шикарное меню. На каждый день вы будете знать, что готовить. Это меню составлено таким образом, профессиональным нутрициологом, естественно. Хотя я это тоже могу сделать уже давно сама, но я никогда в жизни не возьму на себя такую ответственность, чтобы, да, где-то вдруг я что-то упущу, потому что я этому не училась. Я только могу исходить из своего огромного опыта. И поэтому профессиональный нутрициолог составил такое меню на 2 недели со сниженным, да, количеством там калорий определенных, с помощью которого вы будете постепенно снижать вес. А на 3-ю и 4-ю неделю мы предлагаем слабый и сильный детокс. С ним вы еще больше уберете своих килограмм. Но это все параллельно со своим здоровьем. Весь курс параллельно вас сопровождают все вот эти вот, да, эксперты, отвечают на все ваши вопросы. У нас целая, например, система параллельно с детоксом, целая распечатка витамины и БАДы, которые необходимо принимать, если вы решили очищать свой организм с помощью вот такого детокс-меню, например, да, что вам необходимо элементарные витамины, вы просто будете параллельно их пить, и все будет очень круто. Вот. И опять же, я, например, столкнулась с болями в спине. При ГВ можно на вас курс сейчас скажу. С болями в спине я, например, столкнулась. И я понимаю, насколько важно было включить в этот курс вот эту вот, да, ну, систему, как это сказать, упражнения по спине от йога, профессионального йога-терапевта. Потому что, опять же, мне не нужны мои 53-54 килограмма, если у меня будет болеть спина. Мне будет вообще ничего не нужно в этом случае. Точно так же очень многие девчонки страдают от, когда они не знают, что у них опущение внутренних органов, когда есть какое-то недержание мочи или еще что-то. Вот, пожалуйста, работайте параллельно. Приобретайте свое тело и параллельно работайте со своим здоровьем. Алина рассказывает про это все и показывает упражнения, которые надо делать. Вот. Фух, такая я. Вот. И, короче, вот это вот все, когда я продумала эту систему, я понимала, насколько это круто и достойно, и насколько я хочу это все сделать, и все это выдать и показать.
при ГВ. При ГВ практически все рецепты подходят. Нельзя, конечно же, голодать. Вот этот день на воде нельзя. При ГВ очень круто вот эти вот все упражнения на женскую гимнастику, интимные мышцы, эти все опущения органов. Очень здорово, если вы посмотрите на свой диастаз, потому что его очень круто, ну, закрывать этот диастаз именно после родов, когда у нас еще все такое открытое, да, такое нежное, подвластное всем вот этим вот упражнениям. Курс платный, естественно, курс платный, потому что, ну, это и мое время, и время всех экспертов, которым я заплатила, естественно, да, за их работу. Поэтому этот курс платный. Прошлый поток, он был... Достаточно низкая цена и будет на этом потоке тоже, потому что его ценность, она огромная. Все курсы и вот эти вот платные консультации, которые проводят эксперты, они, конечно, они стоят даже части этого курса, который вот первый поток был 3500 рублей, сейчас он будет 2900 без обратной связи. И выше уже цены будут с обратной связью от всех экспертов. И еще у меня есть запрос от девчонок, чтобы я лично вела, да, вот есть такие девочки, особенно кто не хочет где-то светиться по разным причинам. У кого-то муж, да, не разрешает там, она сама не хочет, чтобы ее видели где-то, она не пишет ни комментарии, ничего, она просто общается со мной лично и хочет лично со мной, да, вот там потерять эти килограммы и просит там какой-то мой личный тариф. Конечно, это будет стоить как бы достаточно дорого, потому что это будет полностью мое время, да, в любую там мы сможем с ней созваниваться или что-то разговаривать, общаться, те же самые скайпы, зумы и ватсапы и так далее, да. Она как бы готова за это платить, поэтому я буду делать свой личный тариф, но здесь уже просто такая private, да, будет больше ситуация, когда вот я возьму ее просто за руку, и мы пойдем, да, с ней вместе. Одна там девочка не может найти никак свою мотивацию, не понимает, ну окей, я похудею, а что, а зачем? Я буду рассказывать, зачем ей это нужно, потому что это обязательно нужно, ну, если... тебе некомфортно в своем теле, поэтому, в общем, у меня там все есть, я могу об этом говорить опять же час, давайте продолжим на что-нибудь другое, вот, потому что про курс я тоже могу очень много говорить. А еще, кстати, будет тариф, тоже очень интересный. Я думаю, что там будет всего, наверное, 10 человек. Это будет как маленькая группа. Мы будем в WhatsApp вместе. И мы будем созваниваться по Zoom, там раз или два в неделю. И мы будем обсуждать друг друга, что там за эту неделю было, у кого какие проблемы, сложности, кто не может там, например, прийти в себя, там, отказаться от булок или еще что-то. И мы будем все вместе говорить, ты что, обалдела, скоро лето, давай уже убирайте свои булки. Вот, наверное, это будет всего человек 10. Я хочу, чтобы это все было в Zoom, чтобы было видно каждого, да, и чтобы на каждого хватило времени, как мы делаем это с подружками, когда встречаемся в кафе. Каждая проговаривает, что в какой сфере своей жизни у нее что-то не так, например, или наоборот так. И мы все или ее чморим, ты что, обалдела, не можешь эти как 3 килограмма, что ли, убрать, там, мы ее сразу, или наоборот, блин, какая ты крутая, ты вообще там, ты наконец там что-то, да, например, вот, и я хочу, чтобы именно было вот так, вот такая мотивация в видеоформате, и каждая будет рассказывать, у кого что происходит, и мы будем все как бы, ну, и я в том числе буду рассказывать, что у меня не получается, и так далее. И мы будем, ну, все вместе как бы друг друга обсуждать, да, вот, я хочу вот такое вот сделать, потому что, мне кажется, вот это самый рабочий вариант, вот, и в этой же, как бы, ну,
в этом тарифе, или как сказать, да, там, естественно, будут принимать участие все эксперты, давать всю свою обратную связь, очень много вопросов там было, да, в этот раз, и они будут полностью отвечать на все вопросы, там, какой добавить магний, какой магний лучше, а если у меня вот такой вот анализ, а если вот это, а с чем лучше эту спирулину там смешать, блин, или вот если у меня, например, защемило вот здесь шею, что мне нужно там лучше, какие упражнения сделать, ну, и, в общем, вот такую всю фигню. Про диастаз, девчонки там снимали видео, и выкладывали, и девочка моя Алина, которая эксперт по, ну вот этому эксперт, блин, тренер по женскому здоровью, рассказывала, что у нее реально диастаз в пределах нормы, и ей вообще ничего не нужно делать, и он уже никуда не денется, и только нужно делать правильные упражнения. Вот. Ну и вот такое вот все. Потому что здоровье все-таки, как ни крути, для меня оказалось на первом месте. Пусть я не какая-то, ну, я вообще не больная, у меня нет проблем со здоровьем. Но когда у меня случились боли в спине, я поняла, что мне нафиг ничего не нужно, только чтобы я была здорова. И тогда я поняла фишку своего курса, какой он будет. Вот. И параллельно с этим все худеют. И самое прикольное, что у меня ушло не очень много, Юля, привет, как ты себя чувствуешь? У меня ушло не очень много килограмм, да, но я их добью. Просто мне тоже реально тяжело, когда я сижу дома и соблюдать вот это все. Но у меня ушли объемы прекрасно. Для меня сейчас это лучше, чем ушли бы килограммы, потому что килограммы я сделаю, когда придет время. Вот, поэтому вот так вот я вся возбудилась и вся как бы, ну, горю, тоже очень хочу вот это вот все сделать. Есть у меня уже 3 девочки, кто хотели вот этот вот лично, со мной лично. И она говорит: Марин, я прям тебе напишу в 11 часов ночи, а ты мне скажешь: Оля, хватит жрать. И я, ну, не буду жрать. Ну, вот в таком духе. Вот, мы уже тоже смеялись. Короче, девчонки, вот так вот я рассказала про курс. И еще я уже во вчерашнем говорила вам эфире, что есть такой крутой у нас курс Катя Новопашина, ее фамилия Екатерина Новопашина. Можете себе записать и потом найти ее инстаграм. Она ведет хороший такой курс, называется «Любимое дело». И я вчера начала уже про него говорить, когда вы выписываете все, что вы любите, вернее, все, что вы умеете делать, и потом из этого выбираете то, что вы любите делать, и к нему подбираете как бы профессии или какие-то дела, которые вы можете потом из этого извлечь. Очень здорово, например, кто классно готовит, например, ПП, да, сейчас очень развито, очень ЗОЖ, вот это вот все, да, правильное питание. Очень здорово, например, готовить десерты без вот этих всех муки, вот этой ненужной, сахара, без яиц сейчас готовит ПП. Катя Нова, да. Точно, разные выпечки, да, можно в эту сторону, можно еще что-то. Очень сейчас здорово развиваются разные интересные идеи для детей. Можно для детей всякие фишки придумать, вот как, если вы смотрели сегодня в сторис календари, это для детей сделала мне девочка знакомая, и очень крутая вот эта вот фишка, когда это называется просто реально детский тайм-менеджмент, потому что дети у нас без режима сейчас, особенно когда нет уроков, это вообще пиши пропало. И у меня просто Марго встает утром, она смотрит свой календарь, что у нее после завтрака. Ага, после завтрака у нее танцы, потом у нее просмотр мультика, потом у нее задание, потом у нее игра, потом у нее полдник, прогулка, потом у нее спорт, потом у нее, короче, уборка, потом у нее благодарности, например, да, я там как бы к примеру говорю, и перед сном у нее душ и книжка. И она прекрасно знает, что зачем идет. Ага, она включила музыку, она потанцевала. Потом у нее, например, просмотр мультика. Она: я не ругаюсь, ничего, потому что это в ее тайм-менеджменте стоит. Она просто включила мультик, она его посмотрела, имеет право.
Потом она пошла погуляла там со мной или, ну, рядом с домом там вышла, ну, как бы на нашу площадку, да, территорию дома потусила. Потом, например, она со мной что-то делает, потом она играет сама. И точно так же Гордей. Он показывает, да, уже знает, какой значок что обозначает. Посмотрите сегодняшние сторис, я там отмечала, это очень крутая фишка. Вот, то есть... Я про то, что можно придумать разных классных моментов и фишек, из чего, в принципе, вы сможете что-то свое сделать любимое. Вот моя получилась вот такая вот роль какого-то мотиватора, да, какого-то вот для девчонок, да, я вот какое-то вдохновение, что ли. Ну, потому что я сама такая, я прям люблю, я хочу, и я всегда всем только вот на позитив, что ли, стараюсь, даже что бы ни происходило. Я помню, нет, не буду это рассказывать. Вот, дальше. Девчонки, про фотосессию сказала. Напечатайте любимые фотографии больших размеров. Ну, наверное, это тоже такой пункт, который у всех, у большинства стоит, наверное, ну, на каком-то месте, что мы все время собираемся сделать красивые фотографии профессиональной фотосессии, и все никак не доходит руки. Про детей я тут пишу, что приучите их не только к пряткам, там, догонялкам и так далее, но и резинка, да, помните, мы девочками прыгали через резинки, йога есть детская, есть зумба детская, беговая дорожка, кулинария, то есть, ну, вот тут больше на детей у меня такой пункт получился. Покупайте домой живые цветы, радуйте себя раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц. Ну, это моя такая фишка, мне муж цветы практически не дарит, я же даже выпить захотела. Вот, поэтому я цветы покупаю себе сама. Ничего в этом такого, ну, там, страшного не вижу. Даже написала себе этот пункт, и мне очень круто... Печатаешь семейные фото, я печатаю альбомы, вот такие, да, ну, как бы фотоальбомы, себе и родителям мужа и маме своей печатаю, вот. Но я давно тоже уже не печатала, а так, Ань, это чек-лист по привычкам, тебе на курс, если заполнишь анкету, тебе придет чек-лист этот из 103 пунктов. Когда ты завершишь курс, рассылка будет анкеты. Вот. Я тоже себе сама цветы покупаю. Да вот именно, ну, как бы ничего в этом такого нету. Вот. Приобретайте в дом свечи, ароматы, аромапалочки, спреи для дома, для ванны, для шкафа. Ну, это я люблю, я уже показывала. Ань, ты, кстати, смотрела последний 12-й урок? Девчонки, у нас там крутая фишка с Леной Галецкой. Я напишу потом ссылку после эфира на вот эту вот Лену. Я когда выходила из вечного мамства, я писала эти посты, что я не знаю просто, чего начать и что мне делать, я вообще не понимаю, что происходит вообще в этой жизни, потому что я ничего не знаю, кроме того, кто как посикал и кто как покакал. А Лена была моей подписчице, и она, ну, говорит: Марин, ну, если хотите, я вас немножечко в тему, ну, введу, вот. И я открыла ее профиль, зашла, а она с экскурсы. И Ир, у меня второй эфир, второй час пошел. И эти секс-игрушки, короче. И я зашла в ее профиль, и я такая: ой, нет, я, ну, типа, и я вышла такая сразу, как будто, знаете, я сижу в телефоне, как будто кто-то видел, что я туда зашла. Я такая сразу вышла. Вся вообще офигела, ну, это, ну, застеснялась, естественно, вот. Но потом, ну, я-то сейчас-то уже даже могу ее рекламировать, вот, ну, потому что уже все окей со мной, вот. И тогда я начала ее читать. У нее были очень откровенные посты, и она раньше сотрудничала вот с этими вот ребятами интимных этих курсов, про которые я тоже часто рассказываю, Secret Center. И она мне предложила
пройти там сначала вот этот вот вебинар там идеальной любовницы, я ей говорю: ой, нет, Лен, да вы что, да я и так все умею, ну, я и так нормальная в этом плане, и я, ну, я не такая, типа, там, мне не надо ни, там ничему учиться или что-то такое, короче. И она мне говорит, ну, хорошо, что она не заржала, хорошо, что вот она вот так вот, ну, нормально все как бы сделала, потому что если бы она заржала, мне кажется, я бы вообще просто бы даже туда не вернулась никогда. Вот. И она говорит, это вообще все не то, ну, то, что ты там умеешь. Вот поверьте мне, вы откроете для себя фишки. Я говорю, да, у меня 4 детей, да что там, не знаю, да у меня мужчин-то было. Ну, были, да, у меня мужчины. Вот. И, короче, я когда пошла на этот... А, и я ее читала втихаря, я даже на нее не подписывалась. Ну, потому что, блин... кстати, я сейчас покажу кое-что из моих штучек интересных. Вот, и я даже на нее не подписывалась, потому что мне было очень стыдно, мне было очень неудобно. Сейчас я свет включу. И я ее читала втихаря, короче. И когда я сходила на этот вебинар про идеальную любовницу, девчонки, вы не поверите, я сидела у этого... Ир, ты тоже, да, на нем? Чувствую себя колхозницей, ничего не умеющей. Я сидела на этом... Ну, не сидела, я не помню, я тоже втихаря же его слушала в наушниках, прятала там этот телефон, потому что там реально в прямом эфире девушка, там женщина-ведущая, показывает... точно не зря зашла второй раз, это тебе не дневники и маски показывать. Мне трудно представить, что ты реально такой была и так быстро распустилась. Ань, тебе трудно представить? А ты полистай мои фотографии, которые были, блин, 3 года назад. Я тоже была на этом семинаре втихаря. Вот. И там в прямом эфире как бы показывают, да, вот эти вот техники. Я просто охренела. Я просто реально охренела, что, во-первых, есть такая штука, на которой показывают техники. Во-вторых, не то, чтобы я несколько моментов не знала. Мне показалось, что я не знала ничего. И я тогда не понимала, а как я вообще, что я с мужчинами делала? И что, самое главное, они во мне, да, ну, нашли. И со мной тогда, что они время проводили. Показываю. У меня тут есть такой вот секретный ящик. Марго как-то вытащила тут одну штуку и спросила... Что это, мама? Вот. Мама просто улыбнулась, сказала, что ты, блин, по моим ящикам лазишь? Доставка есть. Но у нас есть же секс с этим. Ир, ты что, зайди к этой к Лене Галецкой. Она дает ссылки по всему миру доставку. Отовсюду присылают просто по всему миру то, что тебе нужно. Придется бежать на идеальную любовницу, никак не решусь. А почему? А почему? Тут не... Ну, да, я понимаю, вы, наверное, вот как я тогда была. Я такая крутая. А почему вы не решитесь? Хотя я собиралась на эту идеальную любовницу, мне кажется, 1,5 года. И я тут сижу такая, знаете, как это вы не решитесь? А что это вы не решитесь? Вот. У меня есть охрененно крутая штука. Ну, показываю уже. Блин, я не знаю, кто меня тут смотрит, короче. Ну, из каких-то лишних людей. У меня есть вот такая офигенская штука для... Кого есть? Кто знает, что это такое? С эффектом ванильным. Куда бежать, подскажите? Сейчас мы тут еще третий час проведем, и я точно все расскажу. Это для... Иногда потихонечку читаю, на все смотрим, не дыша. Я тоже ее купила после тебя. Ну как? Это? Блин, девчонки, я не могу. А вдруг меня тут, ну, кто-то скажет, что я развращаю каких-нибудь малолетних. Это... А вы не сохраняете второй эфир. Это для орального секса. Короче, вот такая вот штука. Потом, у меня есть крутая... Нет, это не сироп, это спрей. Это спрей для орального секса. А у меня есть вот такая наикрутейшая
штука. Вот это, кстати, вот эта шунга, это самая классная вещь. И сейчас появилась новая фишка этой шунги. Знаете что? Пузырьки в ванну, с которыми очень круто делать массаж по телу. Кстати, вот в этом вот курсе, который Secret Center, у них есть, ой, или как он, да, Secret Center, у них есть очень классные техники массажа телом по телу. Это офигенско. Ужас. Но вот видите, для кого-то ужас. Вот. И, короче, есть новые фишки. Пакетик с этими пузырьками в ванну их. И они создают эффект вот этого масла, который прям просто офигенский для массажа. А второй пакетик, он высыпаешь, и он эти все пузырьки лопает. Вот, но это вообще самая вот эта классная штука, шунга, вот это у меня, знаете, как называется, масло, которое становится теплым. Да, кому уже пусть идут спать. Сейчас я покажу, как это выглядит, это очень классное масло, это можно его использовать и для массажа, они все с запахами и с очень классными вкусами, это и для массажа, и для... орального. Ой, блин, девчонки, я не успеваю, сколько пошло сообщений. Я не успеваю это читать, подождите. Ванная шунга. Да, ванная шунга, наверное, она называется, вот с этими пузыречками. У них столько всего вот этого очень крутого. Что у меня еще есть? Ну, у меня еще есть обычные, это тоже шунга, с этим зеленым чаем. Спрей, наверное, для вкуса. Нет, это не для вкуса, это для... Блин, девчонки, я такая стеснительная стала, что я даже произнести это не могу. Не на него наносите. Пшикайте его в горло, чтобы горло... как это называется? Не твердело, а это... замораживалось. Вот, это... Как ты живешь рядом с этим ящиком без мужа, а у меня есть кое-что для меня... самой, чтобы замораживалось горло, вот, я вспомнила, при горловом эффекте, да, это очень крутая, Саш, спасибо, это очень крутая фраза, я ее не могла вспомнить, заморозилась для расслабления горла, для глубокого заморозка, да, девчонки, да. Вот, короче, у меня есть вот такая шунга тоже, штучка. Очень вкусно пахнет. Это новая свечка с эффектом зеленого чая. И ее зажигаешь, и свечка принимает... Да, не было рвотного рефлекса тоже туда. Себе в горло, да. Вот. Короче, зажигаете вот эту свечку, и она... принимает температуру тела, и она просто горит, и вот эта вот хрень, которая, да, как свечка горит, ее просто наносишь на мужа для заморозки. Нет, не туда, не перепутай. Для массажа на тело наносишь как массажное масло. Вот, очень крутая, но такая интересная штука, она и пахнет вкусно, и тоже есть, я просто проходила по твоему совету тренинг в секрет-школе, я просто забыла, как это называется, и вот эта вот Лена Галецкая, я потом оставлю на нее ссылку, она пишет про самые наикрутейшие штуки. Я когда прихожу в Москве, ну там в России, в этот магазин для взрослых, у меня просто разбегаются глаза, и я ей фоткаю, например, и пишу, Лена, что брать? Мне еще подарили, чтобы главное не перепутать, а то я тут покажу вам что-нибудь такое, что просто вы скажете, ужас-ужас. Мне еще подарили, когда я покупала какую-то хрень, мне подарили вот такие вот штуки, это таблетки натуральные. Ого, сколько фигни. Фигни столько, что...
Короче, мне подарили натуральные таблетки, возбуждающие. Но я ни разу их не пробовала. Во-первых, я боюсь эффекта. Блин, а вдруг я, ну, накинусь и просто, я не знаю. Во-вторых, ну, как-то страшно мне таблетки пить, если честно. И к таблеткам я как-то, ну, не очень. Муж точно не будет их пить. Поэтому мне, если что, нужно их выпить самой. Но я жду какого-то, не знаю, чего я жду, подходящего момента. Может быть, мы будем где-то вместе в путешествии вдвоем, и я решусь принять возбуждающую таблетку, я не знаю. Расскажу, если решусь. Вот, что это еще? Ну, это тоже свечка, это уже неинтересно. По сравнению с тем, что у меня есть, свечки, они уже неинтересны. Одолжишь таблетку? Да, блин, Оль, конечно, вообще одолжу даже не это, не думай. Это что? А, это всякие лубрикантов. Блин, лубрикантов у меня вообще полно всяких разных. А, вот есть такая штука, я не буду его открывать, потому что это уже все. Мне скажут: Марина, ты что, блин, секс-блогером стала? Яйцо. Вы, короче, увидите его часто в интимных магазинах, его достаточно часто продают, но у нас оно не пошло, его уже можно выкинуть, но мне жалко. Вот, что еще? А, у меня есть вот такие вот штучки красивые на грудь, вот я покажу на картиночке, вот такие вот маленькие красивые на грудь, для мужа яйцо, да, но оно что-то, он его не одобрил, короче. Вот, что еще? У меня есть очень классная штука для мужа, я не буду ее показывать, потому что я реально, ну, скажу, что я вообще уже свихнулась на этой теме. Вот, у меня есть очень крутая штука для мужа. А вот этот мне подарили, я еще его не пробовала, честно говоря. Вот, оргазмик гель. Я не знаю, что это, надо почитать. Инструкция, комментарии вообще, да. Это оживились все так. А, кроме этого, у меня еще есть, девчонки, очень много разных этих. Ну, типа там я то медсестра. Марина, объясняет, для чего то деревня. У меня тоже яйцо, муж не одобрим. Ну вот. То я медсестра. У меня есть даже разные эти вот. Это чулки, если что. Для медсестры. Я тоже сейчас умру от смеха. Вот, что еще у меня есть интересного? Это тоже... А, это очень красиво, кстати. Кстати, в интимных магазинах очень красивое секс-белье продают. Смотрите, какое красивое. Яйцо-то куда, блин? Ну, отсталый народ. Вообще, меня отсталый народ смотрит. А, смотрите, какое красивое белье. Кружевное, очень красивое. С вот такими здесь штучками, и здесь оно завязывается. Вот. Мне очень нравится, оно очень красивое. Что у нас еще есть? Что я еще могу вам показать, так скажем? Это тоже что-то связанное с медсестрой. Это тоже очень прикольный, ну, халат. Да, я согласна, белье не очень интересно. Вы не знаете, куда яйцо. Я, к сожалению, показать не могу, куда яйцо. Могу, но не буду, потому что есть у меня одна штучка, на которой учатся всем вот этим вот сексуальным практикам. Яйцо вот сюда надевается. Но я это показать, девчонки, не могу, к сожалению. Вот. Что у меня еще есть? Белье, говорите, неинтересно. У меня есть одна... Не одна, у меня есть несколько. Муж часто болеет. Не, муж вообще не болеет. А почему такой вопрос? Вот. Короче, у меня есть одна штука. Я покажу вам ее зад. А, нет, сзади как раз все написано. Короче, девчонки, я больше ничего не буду вам показывать, потому что это очень... Я стесняюсь на самом деле. Юля, привет! Юля, привет! Николай, да, девчонки, вот это вот здесь Николай, на нем все учатся, вот этим вот, как это называется, Жень, хватит ржать, все смеются, поэтому я ничего показывать не буду.
На этом Николае учатся все. Яйцо одевается сюда. Практики проходят тоже на Николае. И их на самом деле, этих практик, их какое-то нереальное количество. И как оказалось, когда я прошла этот вебинар «Идеальной любовницы», если, например, практик 50, то я не знала ни одной, чтобы вы понимали. Вот. Поэтому на курс «Идеальной любовницы» я рекомендую сходить всем. А у кого, это Николай, да, а у кого есть возможность пройти курсы не онлайн, а лично, потому что лично я тоже ходила. Это просто охрененно, это просто охрененно. Я покажу вам последнюю. Про Николая не было вроде. Так вот же я рассказываю, что вот, это Николай. Он в чехле, потому что показывать его в прямом эфире я не могу. Я могу, но не буду. Вот, яйцо одевается именно сюда. Покажу вам последнюю коробочку, которая произвела фурор. Вообще, девчонки, я не успеваю почитать, почему все так... Коля, Николай сидит дома, не гуляй. Ну да, Николай... Я не могу... А чего вы все так оживились-то, когда я рассказывала... Про что я... Про книги умные, вы так не оживлялись. Я не знаю, почему Николай его так назвали вот в этих во всех секс-центрах. Как же Николай, мы хотим его увидеть. Короче, идите на «Идеальную любовницу» и увидите Николая во всей красе, длине, ширине и так далее. Вот, про что я хотела показать? Я хотела показать про одну хрень, которая произвела фурор на мужа. И если бы муж сейчас это услышал, он бы мне просто ввалил бы так, что мало бы не показалось. Вот. Эта хрень тоже я проходила, чтобы ее применить, так сказать. Я проходила тренинг в этом секрет-центре. Он так и называется, тренинг вот, ну, мужского этого. Я же забыла, как это называется. Короче, только для мужчин. Вот эта вот штука, она только для мужчин. И по ней есть определенный тренинг. У меня есть, конечно, своя любимая штучка. Ее как раз Марго сегодня вытащила. Но она... Да я сама ржу, не могу. Я вам ее покажу. Она выглядит вот так. Я ее могу показать, потому что с виду это, ну, ничего особенного, поэтому Марго и покрутила ее, типа, а что это, мама? Вот. Я люблю, когда муж ее применяет для меня. Я ее сама не это, ну, я мужа жду, в общем. Вот, девчонки, короче, белье я кое-что показала, больше вам... А, вот еще, ну, повязки, ну, это все хрень, да, такая вот эти все повязки. Это уже вообще неинтересно по сравнению с тем, что у меня есть. У меня что-то еще было интересное. Не знаю, может, дети растащили, я уже думаю. Вот. Вот это вот... Софи пришла, о, говорит Марина, я тоже посмотрю. Вот, понимаете, поэтому, ну, не надо больше продолжать, я бы так сказала. Вот, очень много разных... Ну, вам не интересна эта одежда уже, я поняла. Вот, такие штучки, короче, у меня есть. И я всем, девчонки, советую идти на этот... на эту «Идеальную любовницу», потому что, ну, я вам говорю, если из 50 штук я не знала ни одной, то, ну, может быть, вы знаете две, например, но не больше, я уверена. Вот. Фурор на мужа произвел тренинг, который я прошла. И я потом, вот по совету опять же Лены, купила вот эту вот штучку для этого мужского оргазма. Вот. И что за магнитики для штор? Куда это же он так отеля совать? Ой, я не могу, девчонки. Нет, дети не трогают ящики, но там мои личные вещи, какие-то белье, им это все неинтересно.
Вот, я даже ни одной не знаю. Я могу себе представить, потому что я тоже не знала, и мне было очень это, ну, все как-то удивительно. Вот. Хотя нужна хорошая память для того, чтобы это все запомнить. С комментов не то, что оборжешься, а вообще, Маш, я согласна. Нужна хорошая память, чтобы это запомнить. Первое. И опыт, особенно. Ну, не опыт, а это практика, вот, практика. Ну, потому что Николай у меня лежит, я понимала, что я ни хрена вообще не запомню. Но у меня вообще памяти нету, хотя у меня есть распечатки. Сейчас уже не пойду вниз показать вам распечатки, еще хотела, потому что у меня осталось 5 минут опять. Вот, 5 минут всего осталось. Короче, у меня есть целые книжки, распечатки этих всех техник, и я подумала сначала. Я сначала вот что подумала. Ну, муж, да, он как бы, ну, муж, окей, он уже, ну, привык, да, что. И я уже думала, что так как я не запомнила все, я могу открыть книжку и, в принципе, сказать, ну, подожди, сейчас я вот это вот сейчас тут вспомню, потом там закончится одно, я там, подожди, там перелистну еще что-то, ну, там покажу тебе. Но я так не сделала, потому что я подумала, хоть и муж, но все-таки, наверное, ну, не это, не очень красиво это все будет, не стала я так делать. Вот он, конечно, охренел, что сказать, конечно, он охренел, потому что он не понял вообще, что происходит и откуда я такая смелая явилась. Вот, но это потом я, конечно, ему сказала, что я была на секс-курсах, и я была потом, когда лично, да, не онлайн, а лично. Они есть только в Москве и в Петербурге, эти курсы лично. Вот. Я была на вот этих вот практиках с Николаем. Я была на этот телом по телу, этот массаж. Я была на вот этот вот, который спрей для горла, чтобы заморозка, да, была. Вот на этом тренинге я была. После этого я купил Николая, потому что жесть. Потому что я решила, что я это, ну, просто так сразу не осилю. Нужна практика. Вот, в общем-то, да, мне, ну, вот такой жесть, вот такой фигней я занимаюсь. Тайские любовницы, да, массаж тайских любовниц, он реально очень прикольный. Телом по телу он и как бы секси, и там, в общем, все, я стесняюсь, я больше не буду ничего рассказывать. Вот, поэтому жесть, это мое незнание всего этого, откуда двое детей. Так вот, понимаете, на живом обучении практики нет, практика вся на Николая идет. То есть ты приходишь на живое обучение, тебе выдают Николая, и преподаватель, девушка очень классная, такая прикольная, тоже с Николаем. И вот спред боли в горле. Ну да. И все сидят с Николаями, и она показывает, что делать с этим Николаем, и вы за ней повторяете. Так как я, ну, как бы, не то чтобы известная личность, но я стеснялась и думала, а вдруг там будет кто-то из моих подписчиц, поэтому мы ходили с подружкой вдвоем на частные тренинги. Я не решилась пойти в группу, группа там, я не знаю, 10-15 человек или сколько там девчонок. Вот, мы ходили с ней лично. И было очень круто. Мы ржали с ней так, что вообще просто умирали, вообще просто покатывались аж и не понимали, как мы вообще доросли, во-первых, до такого возраста и ни хрена не знали, не понимали. Во-вторых, как это можно вообще повторить за ней вот эту практику на Николае. Вот. Ну и потом мы как бы друг друга, ну пусть не стеснялись, но все равно смотрели и подглядывали, у кого как получается. Это было очень смешно, на самом деле, вот. А эта девушка, которая вела, она очень классная такая, ну, такая, как бы, она специально была одета, такая, ну, немножко секси, такой пиджак у нее был, там белье такое достаточно красивое выглядывало, узенькая юбочка, она такая, как, ну, как секретарша такая была, вот. И
какая-то даже ревность появляется к этому, ну, к ней, вот к Николаю, что вот она пришла такая крутая, еще и выглядит как секретарша, еще и все умеет и все знает. И она сказала, что сразу нужно начинать эту практику на Николая со звуками. Вот. И она начала показывать, в общем, эту, ну, да, эти движения со звуками сразу. Мы ржали так, что просто вообще, ну, как бы от какого-то своего, ну, комплекса, это же комплекс на самом деле, наверное, но это было как бы и смешно, и в то же время мы понимали, что мы вообще такие дурынды, и она так стонала и так звучала, что просто я ей говорю, блин, мы просто, ну, не то чтобы не учиться, ну, то, что она делает на Николае, давайте просто, ну, давай ей говорю, Анька, вы же читаете историю про Аньку. Я говорю, давай, Анька, это, учиться звукам, которые она издает. Вот. Это ужасно со звуком. Нет, это со звуком не ужасно. Со звуком это очень возбуждающе, во-первых. Во-вторых, это сразу придает такой настрой. Вот, и она сказала, что учитесь сразу со звуком, потому что когда вы будете отрабатывать с мужем вместо Николая, и вы будете там потеть, краснеть, ну, что-то, короче, будет с вами происходить, а тут вы уже будете, ну, это уже будет фишка, что вы отрабатывали же вот со звуком, и со звуком будете дальше это практиковаться, вот. И когда мы с Анькой начали со звуком, это просто, ну, мы не могли ничего, реально. Мы ржали прямо вот до потери, ну, этого пульса. Вот. И этого Николая нужно было смазывать разными вот этими звук, это стон. Ну, стон, да, ну, блин, ты что, не знаешь, что, как звук? Да, конечно, это стон, это какие-то... А, она еще показывала, как волосы закидывать и как их убирать. И ты вот так вот их, и вот так вот. Ой, это у меня сейчас не получилось, короче. Вот. И, короче, она показывала эти волосы и эти все там движения головой. И, ну, в общем, там учат все... Вина бутылку надо, да. Слушайте, девчонки... Это реально тема отдельного эфира, потому что эти секс-тренинги, чего я только не проходила, и они реально... И она правда вот показывает и голову вот эту вот, она там волосы свои, да? Но видите, у меня не получилось, потому что, блин, мужа нет уже месяц. Вот, я прошла 3 курса с твоей подачи, очень круто. Вот, и она как бы, да, и она даже говорит... Она даже, ну, она так, ну, как психолог, естественно, потому что она рассказывает, насколько круто и насколько мужчин возбуждают женские волосы, и не зря практически все, да, вот в порнофильмах, во всех каких-то вот этих вот, они все с длинными волосами, потому что это прям вот триггер для мужчин такой, эти волосы, и она говорит, не зря же, что, ну, как бы они, да, берут там за волосы, и когда там вы секси умеете там этими волосами там управлять и все такое, вот, ну, и да, и издавать звуки, я ржу не только от смеха, я вообще не в курсе, кажется, вы живая и классная, ой, вот, не зря мужчины многие считают, что девушка без длинных волос — это мальчик, и не поспоришь, да, я согласна с этим, и я очень обожаю длинные волосы, и муж мне не разрешает их вообще, ну, как бы, ну, не то, что не разрешает, блин, кто его спросит на самом деле, но на самом деле он очень любит мои длинные волосы и не хочет, чтобы я их убирала. Я здесь случайно, но, божечки, какой у вас голос, вам даже не нужно ничего делать с волосами, просто говорите, только зашла, что за курсы. Хочу, буду над голосом работать. После ковида все будут с длинными волосами. Везде причем, да. Хотя у меня лазерная эпиляция. Приостановлено было из-за этого. У меня все, осталась минута, девчонки. И, короче, как она стонала, и как это она все делала, это просто тема отдельного эфира. Девчонки, все, осталось меньше минуты. Спасибо, что были со мной. Очень здорово. Читаю комментарии, все очень смешно. И да,
Было классно, и есть у меня еще темы, которые я хочу посетить живые, потому что я поняла, что живой тренинг это, конечно, намного круче, чем онлайн, но если нет возможности посетить живой, то онлайн, особенно идеальную любовницу, прям рекомендую. Посмотрим, как пойдет завтра, может быть, завтра продолжим. Я посмотрю, что у меня там есть еще такого, что я могу показать в эфире, потому что на самом деле я тоже стесняюсь. Вы, может, думаете, что я не стесняюсь, а я стесняюсь. И у меня, видите, даже волосами не получилось вам показать, как надо. Стонать я не буду, потому что это и так все умеют, если нужно. Короче, девчонки, всем спасибо, что были так поздно со мной все 2 часа.